Светлана Дегтярева – генеральный директор благотворительного фонда «Шанс». На ее плечах забота о многочисленных питомцах, множество повседневных вопросов, которые связаны с жизнеобеспечением приюта. В приюте «Шанс» 85 собак, 54 из них хаски. Все они очень ждут новый дом и новых хозяев. А также приветствуется любая посильная помощь. Через год приют отметит свой 10-летний юбилей. У нас сейчас 85 собак, из них порядка 50 собак – хаски, маламуты, лайки. Остальные – их метисы близкие, а также дворяне. Большинство собак – хаски или их метисы. Так сложилось, что Светлана начала помогать команде «Снежной хаски», и теперь у нее в приюте очень много собак именно этой активной породы. Содержать их стоит немало. Содержание приюта в месяц уходит где-то порядка 300 тысяч. Это оплата аренды, у нас арендуемое здание, помещение. Далее оплата сотрудникам. Также большая часть денег уходит на корм. Это прививки, это обработка от блох, клещей и глистов. Вот. Ну и также хочется иногда побаловать, то есть купить им что-то вкусненькое. Ну вот это основные затраты. Конечно, мы остро нуждаемся в спонсорах, потому что содержится приют только на частные пожертвования и личные средства. Ждут в приюте и волонтеров, а также тех, кто готов прийти и погулять с собакой. У нас очень часто бывают экскурсии школьников. С нами вот 17-я школа, гимназия 2-я, гимназия 6-я. Потом Алмазовский интернат к нам приезжает, даже детский сад к нам приезжал. Малыши вот играли с собаками. Приветствуем очень волонтеров-мужчин, потому что у нас работают в приюте одни женщины, девушки молодые. И, конечно, остро нуждаемся в помощи именно мужчин, что-то прибить, привинтить, приколотить, вот в таком плане. В нашей еженедельной рубрике «Добрые лапы в добрые руки» мы рассказываем о питомцах приюта подробнее. Это Лёва, ему 7 лет, он сторожил приюта «Шанс». Совсем маленьким щенком хозяйка Светлана нашла его на улице, он был весь изувечен. Светлана вылечила его, привела, и сейчас он ждет семью, готов жить в частном доме, станет прекрасным охранником и другом для вас и вашей семьи. Некоторые собаки в приюте специально позируют на камеру, будто чувствуют, что от этого зависит их дальнейшая жизнь. Малыш, малыш. Да у нас вообще звезда экрана. Малыш, он специально позирует. Малыш, смотри сюда. Ай, красавчик. А кто у нас красавчик? Малыш, смотри сюда. Ай, молодец. Ай, хороший мальчик. У всех животных разная судьба. Кого-то выставили на улицу за ненадобностью, других взяли, а потом вернули назад. У каждого животного свой характер, но объединяет их одно. Они очень хотят обрести своих единственных хозяев и стать для них другом и защитником на всю жизнь. Анна Приенко, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.